Продолжаем смотреть то, что мы с вами смотрели вчера. Фактически это просто прелестнейший турнир под названием Red Bull Battlegrounds. И если вчера мы с вами наблюдали за квалификацией от СНГ, то сегодня нас ждет точно такая же супербитва между четырьмя западноевропейскими командами за один, всего-навсего за один слот в финале. За один слот в Лос-Анджелесе сначала, потом в Сан-Франциско. Cloud9, Secret Team, Alliance и Ninjas in Pyjamas будут бороться, собственно, за этот самый последний слот. Ну, посмотрим. Посмотрим, как пойдут дела сегодня. Если честно, вчерашний день, я думаю, многим понравился. Лично мне он понравился тоже очень даже сильно. Ну и поглядим, как будет сегодня. Сегодня со мной на связи должен быть, по крайней мере, главный герой последних пивных разговоров Мэдисона. Есть, я тут, да. Отличное видео просто. Как сказала Инка, ну теперь он действительно единственный актер, который еще не получил Оскара. Но да, понравилось ей, да, про Балтику девятку? Очень, ну, очень понравилось прям. То, что надо, рекомендуем пересмотреть на канале у Мэдисона. Я думаю, вы найдете Мэдиблог на Ютубе. Хорошее видео. Спасибо. Ну вот, кстати, касаемо этого турнира, он очень интересен тем, что вот сейчас, в данный момент, ну, грубо говоря, инвайты, по идее, на International, по логике, должны быть уже где-то через несколько недель озвучены. И вот сейчас этот турнир показывает из каждого региона как бы расположение силы. То есть кого из региона можно рассматривать больше на получение прямого инвайта или нет. То есть было бы еще круче, если бы система проведения была изначально Best of 3, а не Best of 1, потому что, как любят говорить, NS Best of 1 — это рулетка, и... но все равно очень такое показательное противостояние мы сейчас видим. Ну, типа того, ну вот я не знаю, вот я думаю, тоже с вчерашней квалификации смотрел, то есть Best of 1, конечно, но вот мне лично этот формат вот чем-то нравится, я не знаю чем, вот да, Best of 1. Он динамичнее, он более, да, более динамичный. Ну, типа, я уверен, что если бы вот эти четыре команды, которые играли вчера, там, грубо говоря, играли на протяжении недели какой-то там круговой этап, то Ашеры явно бы не выиграли. Вот почему-то мне так кажется. Мне кажется, что Empire бы там собрались на второй день. Ну, вот что-то бы там не так бы закончилось. А тут вот все весело. Украл, выпил в тюрьму, и все. Тут все очень просто. Проиграл, до свидания. Посмотрим. Но зато мы увидели в действии Na'Vi, которые все-таки начали показывать интересную игру и, ну, как бы напоминают о себе, что все-таки не потеряны еще мы и готовы бороться. Ну и вот это, конечно, очень круто, что по идее у нас вот 4 коллектива, и ХР, которые там страдали еще месяц назад от достаточно плачевных результатов, подсобрались. То есть сейчас мы видим опять вот по... противостояние жесткое в СНГ, которое мы видели вот в начале года, в начале сезона, я имею в виду, после International 4, и это круто, это очень круто. Ну да, намного веселее, когда у нас есть битва друг с другом, они просто на ровном месте всех топчут. Empire там, либо Asus Polar, либо что-то такое. Ну, по крайней мере, мне вот интересно, что будет дальше. Суть в том, что дальше, ну, непонятно, что будет, потому что, как бы, СНГ-шных команд до International мы уже фактически-то и не увидим нигде. Ну, правда, да, мы еще увидим, еще должен через неделю начаться второй сезон MLG, финалы которого состоятся в начале июня. То есть еще до DreamHack, еще до ESL, то есть вот там мы еще сможем увидеть и Империю, хотя, насколько я знаю, у Империи вообще прямой инвайт на эти финалы следующие. Может быть, Asus Polar, там, может быть, Na'Vi, ну, то есть, опять-таки, особо возможностей их увидеть мало осталось, ну, разве что вот квалификация на International,
прямой инвайт. Ты говорил еще, что на Star Ladder какая-то команда может из СНГ проехать, если вдруг кто-то там, у кого-то будут проблемы с визами. Я вот слушал интервью, по-моему, ты на КПИ давал. Ну, как бы понятная ситуация, что до сих пор, насколько я знаю, в понедельник утром должны быть визы у китайских коллективов, но опять-таки, понятное дело, запасные варианты есть. Запасная команда это Asus Polar, которые третье место заняли во втором групповом этапе. То есть, ну, вполне возможно. Ну, я, конечно, надеюсь, что третий сезон подряд китайцев с визами не прокатают, скажем так. Тем более, сейчас они получают не украинские какие-то визы, они получают немецкие визы, шенгенские. То есть тут уже должно быть как-то все более, если честно, понадежнее. Я надеюсь, что будет понадежнее. Да и так, Star Ladder без наших команд, это прям жуть, тоска, печаль, беда. Ну, ничего страшного. Может быть, наши команды... наши аналитики будут. Вот, ну, достаточно. Конечно. Этого более чем достаточно. Это вообще то, что... Так вы пишете, что меня не слышно в Dota TV. Сейчас, ребят, секундочка, я проверю. Ну, это Dota. Dota, вот. Теперь меня должно быть слышно. Прошу прощения. Ладно, ребят, у нас сегодня тот же формат. 4 команды, Double Elimination, 5 Best of 1 и 1 Best of 3 матч нас ждет. Собственно, прямо сейчас начинается первый полуфинал. То есть два полуфинала мы сначала смотрим. Ну и в отличие от вчерашнего эфира, когда я целый день благодарил наши команды за отсутствие тролля и снайпера, здесь я сразу говорю, да будьте вы прокляты. Тролль у Альянсы, снайпер у Team Secret. Ха-ха, хо-хо, начинается. Да, но вообще в противостоянии тролль-снайпер выигрывает тролль. Не всегда. В большинстве случаев выигрывает тролль. А еще Альянс очень хорошо подобрали и такую своеобразную контру снайперу, это спиритбрейкеры. Это просто бежит на пролом, и ему пофиг, он просто врезается в снайпера и пытается его фокусить. Под ультом тролля он его тупо сбривает, и все так же. Да, на ранних минутах, где-то в первых файтах, это играет очень большую роль и мешает снайперу потом завладеть доминацией на карте. Потому что если снайпер не в топ-1 на дворце, то да, то все. Но все равно ты понимаешь, даже если его пол игры гнобят, все равно этот товарищ стоит на хайграунде и смотрит на тебя вот это с горы, и, как говорит Габлак, заставляет кушать тебя горошек, и вот куда ты там подойдешь, прям непонятно. Кстати, букмекер, я захожу на eGamingBets, и я вижу, что у секретов-то коэффициент был 1.47, а у Альянс 2.4, что-то вообще в Альянс не верит, хотя в последнее время Альянс играют, ну, довольно круто. Прям действительно очень круто. Посмотрим. Вот мне кажется, что здесь альянсы очень даже попадаются. Притом пик секретов выглядит довольно странно. То есть это суппорт Night Stalker такой себе, да? То есть бегающий Night Stalker. И я обычно вот в такую фигню не верю. Хотя здесь, в принципе, возможен вариант, при котором поставят вообще триплу в сложную Clockwork Leech Night Stalker. Ну, почему бы и нет, типа. Clockwork Leech. Лично. Очень тяжело будет либо СФ, либо снайперу в соло-линии, потому что ну, к нему пойдет банально какая-нибудь дабла, спиритбрейкер Бейн или там тролль, кто-то переместится. Короче, тяжело, снайперу нельзя или СФу быть одному на легкой. Тут по-любому нужна хелпа какая-то. Лич, скорее всего, будет помогать СФ как раз в миду. А хотя вот это может быть и та самая ситуация, которую нам демонстрировали те же Asus Polar. То есть дабла? Да, дабла в миду, СФ Лич, Лич, который постоянно крипов ворует, Найт Сталкер, который роумит, и снайпер. Ну вот я не верю в снайпера на легкое в соло. Мне кажется, это будет тяжело и непрофитно. Ну, они вообще могут в мид его как бы тыкнуть от Артизи, там S4 пойдет на SF. Ну, опять-таки, не совсем понятно, как играет S4. Как играет, извините, секреты. Вот что мне секреты. Так, Вич-доктор у нас появляется. Что мне секреты вот так вот не нравится, потому что команда играет не в особо большом количестве турниров. И обычно вот как-то, ну, информации, как про тех же, например, Virtus.pro, либо Empire, ну, ее столько нету, потому что, ну, хрен их знает, играет там где-то себе, и что они там пикают, как они там пикают, вот хрен их пойми, этих секретов. Ну, вот тут, да, тут все-таки Артур будет играть на снайпере, СФО будет играть на нашей финде, ну, понятное дело, что товарищ Звягинцев будет играть на Клокверке, Попей на Личе и Найт Сталкер. У нас будет от Куроки. Интересно, очень интересно. Ну и пайкат на тролле. О боже, 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 пайкат на тролле.
Ну вот Пайка должен обыгрывать любого, кто к нему придет на мид, поэтому я вот все-таки прогнозирую, что Лич будет как-то стоять на миду относительно и помогать своему мидеру, потому что Пайка тролль — это серьезно, это очень серьезно. Да, это может очень плачевно закончить. Так, сейчас буквально 5 секундочек, а то у меня тут под окном кто-то начал асфальт укладывать, сейчас закрою окно. Так, ну что же, у нас Fucking Mad играет на Бэйне. Да. Акин на Вич-Докторе. Вот Акин на Вич-Докторе достаточно редко я замечаю. То есть Аки последнее время играет на всяких Skyrat Mage'ах и тому подобное. Вот на Вич-Докторе... Или был он? Не... Вот не могу его вспомнить. Но кого? Вроде в какой-то из игре был Аки на Вич-Докторе. Но я просто рассуждаю на тему того, что весьма нестандартный саппорт для Аки. То есть обычно у него Skyrat Mage всякие, а вот что-то Вич-Доктора я не помню в его исполнении в последнее время. Ну, может, мне просто память подводит. Может быть, действительно, как-то какой-то нестандартный герой немножечко для Аки, но... Черт с ним. А, да, спрашиваете вы в Твиттере, комментирую ли я из студии. Нет, я комментирую не из студии. Студию нашу уже разобрали, запаковали в коробки и уже отправляют маленькими порциями в славный город Бухарест, где, напомню, на следующих выходных будут финалы, поэтому в студии вы в следующий раз нас увидите очень-очень-очень не скоро. Скажем так. Через месяц, в лучшем случае. А может и позже. Черт его знает. Посмотрим. Ладно, по линиям Лода у нас на Джиггернауте отправляется в... Ого. Ну вот это та самая ситуация. В хардлейн отправляется Лода, с ним идет Мэтт, с ним идет Аки. И туда отправляет Клакверка, секреты угадывают. Секреты да, угадывают. Читает. Ну типа очень четко сейчас угадали. И как бы тут должен в принципе Зай стоять нормально как бы на этой линии. И вот Мэтт его видит. Но ПВП сразу такое серьезное пошло. Ну вот у Зая будет проблем, хотя три ботинка у команды Secret на первой же минуте. Ну, Зая у Артизи и у Куроки. Ну, это Куроки понятно. Мобильно. То есть Куроки должен, в принципе, напрягать вот Никву здесь, постоянно на него влетать, постоянно его бить, постоянно как-то стараться с ним драться, для того, чтобы фармил Артизи. Очень нестандартно линии поставили и одни, и другие, ну и вот очень интересно, как, чем это все закончится. Вот пока вот Мэтт выбегает на Смит, и, кстати, С4... А что, Мэтт слип не хотел дать, не? Ну, пока он ничего не качнул, пока он ничего не хочет давать. Ну да, вот видишь, ты был прав, действительно, эта стратегия, ворованная наглым образом команда Virtus.pro, это дабла SF Лич, которая изначально вот так вот будет стоять. Посмотрим, конечно, долго ли здесь Пупей будет стоять, и сильно ли он этому с 4 поможет, потому что мне кажется, что не особо-то он ему здесь поможет. Ну тут просто пришел еще Fucking Mad и как бы не оставил Пайка-то одного, и у Бэйна-то с руки на секундочку 58 дэмэджа на первом левеле, это не так уж и мало, для саппорта это вообще очень много, поэтому Shadowfiend с двумя арморами будет страдать. Ну как бы да, это, если что, это больше, чем у Shadowfiend, да, так что можно действительно наваливать этому SF-у. Ну, мы видим, Бэйн потусовался, решил, что все-таки не стоит его внимания S4 в миде, стоит куда-то убежать в другую сторону, а стоит постараться на топе опять-таки понапрягать Зая. Ну, сделать это тоже непросто. Зай 0-0 имеет, то есть против Зая и дабла справляется пока. Не, Fucking Mad очень грамотно, вот сейчас ты видел, он просто встал и не дал запулить Зая. Он просто пошел на кемп в нужный момент, не дал запулить, не дал сделать даблстак и вернулся обратно на мид. Очень грамотная игра от Fucking Mad, вот он просто тайминг. Две линии напрягают, очень четко все делают. Баунтир он узирает у нас Аки на Вич-Докторе. В мид подтягивается Мэтт. Мэтт очень опасно подтягивается. Здесь Куро на хосте. Ну вот Куро просто так пролетел. И все, и на этом вся движуха закончилась. Потому что я думаю, вряд ли ожидали здесь увидеть Баланара. Два саппорта команды Alliance. Выбежали, увидели, решили, нет, не стоит, наверное, драться. Ну и, по-моему, это решение было абсолютно верным. Ни у Аки, ни у Fucking Mad не прокачаны спылы вообще. Ну, я сначала подумал, что это баг какой-то, но они реально не прокачивают скиллы. А, ну, типа, на втором левеле Вич-Доктор уже, наверное, стоило бы что-то там, типа, вкачать. Хотя, ну, а смысл, если ты ни на кого не... И опять, ты смотри, и опять он это делает. И опять вот Себастьян опять забежал туда, потусуется. Я еще бы не удивился, если он постоял, чтобы здесь вообще ничего не отспаунилось вместо варда. Видимо, он все-таки хочет выйти на Зай. Зай знает... Есть информация у него, что ушел Бейн, не появляется, пока в это время вообще лес пошел фармить на миду и понимает, что Fucking Mad где-то здесь.
Да, S4 дают в миде спокойненько пофармить, перестали его напрягать. У S4 12 на 4, ну, так же, как и у тролля. То есть, ну, SF против тролля, мы понимаем, что, в принципе, линию стоит ровненько, если ему никто не мешает. Но вот SF здесь немножко помешали, но не то чтобы сильно. Ой-ой-ой, проблема у Мэда-то, подставляется он под Коги, отъедается, конечно, от Зая. Ну, вот и слип, подтягиваются тиммейты. Аки должны быть сейчас касочки, вот они касочки. Мэд танкует, пошел у нас Блейд Фьюри. И это огромная проблема у Зая, это минус Зай. Куро успеет ли убить хотя бы Мэда? Да, Мэда он успевает убить. А еще, кстати, на Аки можно, а почему бы и нет? Нету под хилинг бортом, конечно, не получится вообще никак. Ну, и неплохое такое начало. Да, нету маны у Куроки. Хотя, не, есть мана у Куроки на Войд, и появляется ночь. Но второй левел берет пассивочку, и Аки тоже отправляется. А почему бы Лоду еще не побить? Ну, потому что здесь, но уже имеется уже Мэд, боже, Куро. Ну, куда ж, а почему же так наглеет Куро? Ты смотри, разбудил, попей. Но все равно сгрызает его спокойно на fucking Мэд, и размен 2-2. Вот какой-то кипиш у нас в начале, если честно. И S4 еще сместился на топ, это проблема. Это проблема, потому что Пайка тут почувствовал волю, почувствовал, что он здесь король. И несет себе сейчас, принесет банку и ботинок. Это серьезно, серьезно. Ну а дальше уже вопрос за малым. Еще чуть-чуть троллю, так нападает он на S4. Ой-ой-ой-ой, на 3 кайла подставляет спиджей, 80 хп у него остается. И надо бежать на базу. Или будет ждать курицу, да, курица с банкой летит. Курица летит сразу же с хилинг-селлом, поэтому отхилится он. Что все окей. Ну и первый раз за игру стоит же посмотреть на мистера Хо-Хо. Ха-ха, у которого все прелестно. 27-8. У Братрума 5 на 0. И Никва прям просто не знает, что ему делать. Но вот вдвоем, но кстати... Но у него левел есть. Да, а почему бы снайпера не убить? Ну вот снайпер осторожный, снайпер все понимает. Это вам не просто снайпер. Это Артур. Конечно, понимает. Вот тут вот вард стоит. Прошел Аки. Конечно, Артур все понимает. Было бы странно, если бы он этого момента не осознал. Кура вот на Аки. И минус Аки. Ну, Никва разбегается на Куроке. Понятное дело, толку никакого. Тут хо-хо-ха-ха. Еще одно хо-хо-ха-ха. Куро по тавер должен бежать. Третья шрапнель полетела. И Куроки делает еще один фраг на Никве здесь. Просто прекрасная игра здесь от Secret. Но, с другой стороны... Ну, как-то не совсем понятно, что хотели альянсы. Вот как бы 4-го левела Spirit Breaker, у которого есть тапок, и 3-го левела Witch Doctor собирались убить снайпера. Ну, подозрительная такая движуха, конечно. Ночь. А ночью вы сами понимаете, что Баланар это дело такое. О, чудесно! Баланар с транквилами. За 2 дня мы уже видели все виды тапков на Баланарах. И ФЗ, и ПТ, вот теперь транквилы. Ну, травелов еще не хватает. Ну, неплохо, неплохо справляется с транквилами. Интересно, будет ли Soul Ring какой-нибудь делать, как это любят в комбинациях транквил и Soul Ring, чтобы вообще круто на базу не бегать. Ну да, у тебя вечная мана, у тебя вечная хп. Кстати, Soul Ring для Найтсталкера не такая уж и плохая идея. Ой-ой-ой, Мэд, проблемы у Мэда огромные. S4, Shadow Race и отличный фраг от S4. Ну вот, саппорты команды Alliance начали, казалось бы, неплохо. То есть пытались как-то мешать жить врагу, ну а дальше, ну а что дальше? А дальше начали умирать. Растерялись. Как-то очень странно для Альянс, хотя и сами они использовали этого Найтсталкера неоднократно. Вот они как будто не приспособлены. Куро. Не приспособились к нему, да. Куро. Бежать, бежать, бежать. Ну, тут слово Тайката и иллюзии Лода добивает очень наглым образом. Короче, я все понимаю, но... Куроки, конечно, очень крутой игрок в Dota 2, но когда ты забегаешь в чужой лес, не имея абсолютно ни вижена, ни какого-то суппорта, ни ближайшего тиммейта в радиусе 9 экранов, на что ты рассчитываешь вообще? То есть вижена нету в чужом лесу, он просто туда пошел, и он кого-то ждал. На халяву он рассчитывал, на халяву. Ну да, это ж ты что. Ну да, Куро все-таки играл в наших командах, то есть... Оно чувствуется явно, что надеялся, что сейчас халявочка какая-то выскочит, сейчас опять сюда подойдет какой-то Бейн, и я его попытаюсь убить. Ну и Пупей тоже сказал, да, да, конечно. Вот, кстати, наверху убивают сейчас Нику. Нику успеет времени... разогнаться, и... А что это было? Ему сбило первый спел за... Не смог он разогнаться нормально, его сразу за миг растанило. Бывает обидная ситуация, конечно, Никва казалось, что вот сейчас уже убежит, оставалось у него достаточно хп для того, чтобы чуть-чуть еще пережить 2-3 удара, но далеко не добежал, и Никва у нас погибает во второй раз, 0-2-0 у Спиритбрейкера, и Спиритбрейкер 5-й левел, ну и что-то не очень весело в
то время как у его, например, прямого оппонента, у Клокверка уже 29-8, есть Транквил Тапки, есть Чейнмейл, то есть быстрый Блейдмейл будет пытаться здесь сделать Зай, и как бы Клокверк будет очень-очень полезным. Прям невероятно полезным при таких раскладах. Ну да, это Зай. Точно. Ну, вообще ситуация по нетворсам у Альянса весьма плачевная. Вот я сейчас смотрю общую ценность. И... Ну, в целом, два основных кор-героя, они как-то удерживаются на необходимых позициях. И мы помним, что все-таки урон с руки очень много у Альянса, а у Секретов по факту танкующего персонажа вообще нет. Ну, то есть, Найтсталкер, который саппорт бегает с Транквиллами, это все-таки не танкующий товарищ. Будет очень больно. Ты знаешь, зная Куро и то, как он любит играть на саппортах вот такого типа, есть мнение, что ему действительно в какой-то момент отдадут линию, отдадут там 2-3 фрага пол леса, и в итоге этот Баланар вынесет какой-то там Аганим, который, ну, вы видели, что творит Аганим на Баланаре на примере вчерашней игры Na'Vi Hellraisers, да, когда просто слепая команда Na'Vi бегала и не понимала вообще, что происходит вокруг них. Так что, ну, почему бы и нет, почему бы и сейчас точно так же не сделать, как бы, это идея. Да, это неплохая идея, но посмотрим. Вот сейчас как раз Найтсталкер и стоит эту линию на топе. Никто ему не мешает, он просто ее фармит. В то время как Зай просто стоит и протектит. Артизи, кстати, промазал он где-то хукшотом. Да, я тоже не заметил, в кого он там пытался стрелянуть. Может быть, кого-то хотел вслепую зацепить. Но опять-таки, куда? Куда ж ты летишь вслепую-то? Это ж, ты же все-таки пока без блейдмейла и как бы 7-й левел, ты толком никого не убьешь. Артур тем временем левел 8, 49-16 у него, по нетворсу он идет на одном уровне с Лодой, то есть для снайпера со сложной линии это очень даже неплохо. Вот, кстати, сейчас проблема у Артура, и он должен погибать здесь, нет? Ай-яй-яй, Карамба не доставал, собственно, Найтмэром Бэйн. Я уже был уверен, что сейчас будет Найтмэр, ну а дальше проблема. Да и Мэднесса не было. Мэднесса не было у Джиггернаута, он не смог бежать просто до снайпера, чтобы раскастовать у него ульту, потому что снайпер это был в чистом поле, без какой-либо поддержки от крипов и героев, поэтому там был бы фраг моментальный. Но опять-таки, не хватает пока спиритбрейкера и его чаржа, которым должен он влетать в снайпера, и так должен начинаться чуть ли... А так нападает на Нику, у нас тем временем Сайлес на Нику, чтобы не разогнаться, включается ночь, Кура, ну Ник сейчас будет разгоняться, и тут без шансов, слишком жирный все-таки Баланар. Не та последовательность какая-то, ну, да. От Баланара. То есть Silence и потом ночь вместо там, кстати, Джидия, S4, да. Ультимейт лоды, S4 переживает первый амни-слэш, раскручивается, S4, нужно как-то ему помочь, S4 будет ли какой-то хил, Клокверк миссует опять хукшотом, закрывает S4, чтобы на него не бежали, пошла шрапнель у нас на лоду, будет ли Silence, в принципе, не нужен, лоду разрывает, теперь можно ловить также остальных, Мэтт делает ТП-аут, ну, как же четко-то действуют секреты. Не дали в обиду своего тиммейта. И вот очень-очень, наверное, нежданчиком у S4 для лоды появилась мека. Хотя, угу. Что ж тут нежданного-то? Ну и для Пайкат, который развернулся после того, как три раза пропрыгал Джиггернаут, подумал, что все, тут уже мертвый этот SF, развернулся, а SF-то кастанул. Кстати, на SF тут прыгают в миду, и вот сейчас-то можно его попробовать забрать. Так, каски и хороший ультимейт до атаки. Не достают топоры от Пайкат. Ой, еще какие коги здесь от Зая. Лода пытается убить Пупея. Ночь включает Кура. И слушай, сейчас на развороте это с ДД. Они вообще-то могут подраться. Ну нет, не пойдут. Секрет их. Ой, Мэтт. Выхилит ли его? Отменяет Артизи свой ультимейт. И ты смотри, они идут реально на хайграунд. Сфорс ДД, он готов наваливать, но бьет пока по тавру. Артизи тоже расстреливает вышку. Отжимает просто отсюда сейчас ребят из Alliance Secret. Ну и под тавр будет ли врыв? Есть хукшот у Зая. Зай по двоим может дать сейчас очень хороший хукшот. Если ворвется, Зай врывается в Мэда. Очень хороший опять-таки хукшот, но нет у него абсолютно ничего. И Мэда должны добивать ультимейтом. Опять отменяет Артур. Ну вот решили все-таки забрать тавр. Это поважнее, скажем так. Пайкат вот время просто внизу. Стоял, фармил, пока вся команда Secret сносила башню. В принципе, более-менее... Ну, понятно, что альянсы не могли там драться, у них ни ультимейтов, ничего не было. То есть, Secret'ы были намного сильнее в этой позиции. Ну, вот Пайкат вынес максимум из возможного. Так, S4 пытается... Телепортировался внизу, и кентавр подбежал, чтобы его застанить, но S4 успел. Это было бы очень забавно. Кентавр там, кстати, умер от разрыва сердца, этот самый...
Ну и снайперочку. Снайперочку дают дальше пофармить. Мне очень интересно, что Артур будет покупать, потому что у него уже 2000 денег. То есть будет ли это Мэлстром? Есть мнение, что он будет играть без Мэднеса. Он может. Но хотя, может быть, сейчас вот передумает и решит все-таки, ладно, давайте Мэднес будем Даггер расстреливать. Даггер может ребят. Быть. Даггер, возможно, всего. Так, Баланар побежал на топе, сейчас будет интересный врыв. Извините, не Баланар, а Баратрум вырывается на S4. S4, проблема у него. Silence, S4 пытается жить. Есть мека, зажимает его очень серьезно. Просто разорвали здесь у нас SF, а как-то вот забили на него здесь. Клокверк очень далеко был, он не мог помочь хукшотам. Не мог синициировать нормально. Но вот сейчас, возможно, сейчас эта инициация начнется. Лода раскручивается. Зай готовится к прыжку, но все-таки решили не атаковать. Секрет, это, в принципе, правильное решение. Но опять-таки не было вижена, и было непонятно, стоит ли вообще туда врываться. Ну вот, я думаю, что все-таки правильное решение они приняли, что они не ворвались, потому что там непонятно, где Пайкат, непонятно, что у него там вообще есть. А у Пайката была хоста, и как бы там Пайкат мог бы навалить, ой-ой-ой. Снайпер Даггер купил. Снайпер купил Даггер. Ну, то есть, цель понятна, покупки этого Даггера. То есть, если обычно мы бы сидели просто и били себя по лбу, боже, какой Даггер, тут это абсолютно очевидно. Да. Очень много инициаций от Альянса. Ой, какой плохой. У Зай не идет сегодня что-то. Хукшоты, он один. Ну, только одним попал, и то попал без батареек, без когов, без маны. То есть, толку с этого хукшота было очень-очень мало. Ну, согласен, пока у Зая не его день. Посмотрим, что у него там будет дальше. Может, и справится. Почти блейдмейл у него есть. Это, конечно, хорошо. Никва на ботте. Что он себе... Хотел себе еще одну, я уверен, урну купить. На топе. Опа. Пиджей. Хоста закончилась. О, боже, как же неприятно закончилась хоста. Ультимейт снайпера. Как невесело здесь Пайкату. Ловят его в очень-очень невеселом моменте. Он бежал за этим куру. Он был уверен, что он его соло расстреляет. Но у него заканчивается хоста и просто расстрел от Артизи вместе с Пупеем. Очень-очень более неприятно. Артизи там, это мобильный. Очень грубая ошибка. Ну да. Очень, кстати, грубая ошибка от Пайката. Ну как это? Я понимаю, Аегис можно еще тайминг там не записать. По хосту ты видишь, когда она у тебя заканчивается. Она же даже, блин, квадратиком вот рядом с героем показывает. Надо, чтобы цифра над головой такая мигала. Прям, я не знаю, как в Вове, когда ставишь какие-то там себе аддоны, оно тебе мигает, сколько тебе до конца бафа осталось. Потому что, ну, это действительно грубо было. И вот в итоге минус Пайкат, это плюс деньги для Артизи. Пайкат отваливается на 4-е место по нетворсу. И к тому же Секреты забирает тавер. И внезапно у Секрета все очень даже хорошо. Вот по графикам, если посмотреть, это уже... Ух, ни хрена б себе. Это уже 5,5, даже 6 тысяч нетворса, 4 тысячи экспы. Да, по-моему, это серьезно. Это серьезно. Много. И Найтсталкер, который приобрел Glaives of Haste, у которого косарь 400. Ну давай, Кура, удиви меня. Не дайся, конечно, конечно. Никто тебя удивлять не будет, Виталий. Никто удивлять тебя не собирается. Ну, давай. Не, ну а вдруг он молоточек купит и соберет Мэлстром? Ну давай, Кура, я верю в тебя. Не будь вот этим... Ну, не, ну в принципе, 16-я минута. Суппорт Баланар, у которого есть Транквил Тапки, урна. Грейдженный стик. Ну, Мидас, это прям то, что доктор прописал. То есть, и тут действительно, даже если игра затянется... У него появятся супер артефакты. Плюс к тому же Мидас по своему прямому назначению для Баланара полезен. Как бы все-таки добавляет целых 30 атак спида. Что есть, но неплохо. Так что одобряю решение. Одобряю. Хорошее решение Куроки сделал. Очень хорошее. На секундочку отмечу, что Куроки от тролля отстает всего-навсего на 1000 нетворса. Напомню еще раз, суппорт Баланар. Ну, у Альянса не очень хорошо, это мы видим по графикам, в принципе. То есть, чтобы исправить ситуацию, им нужен хороший какой-то очень удачный файт. Зафокусить того же снайпера, или сначала SF, потом снайпер. Ну, тяжело, тяжело. Слишком много ответа у Secret на масс-файт. У них есть Лич, у них есть Клокверк, ну и в конце концов тот же SF. И поэтому драться тяжело Альянсом. А у них пик как раз только на драку и рассчитан. Это не пуш какой-то, не... Ну, может, в лейт выходит. Ну, кстати, а в лейте, да, сильно. В лейте они, по-моему, сильнее будут намного, чем даже снайпер с СФ. Хотя снайпер в лейте — это штука такая. Но, с другой стороны, имеется тролль. И вот в начале игры ты правильно абсолютно сказал, что, ну, как ни крути, в чистом поле тролль со снайпером разговор имеет короткий очень.
Он подбегает и просто его убивает. Тролль с 20% хп может убить снайпера с фулл хп без МКБ. Ну то есть да, эти миссы, они неадекватные забрать. Просто. Так и будь. Ну что, Тедватавр на нижней линии попытается сейчас, может быть, забрать секрет. Нет, не особо они хотят это делать. Они забрали Т1, они сейчас на топе еще, может быть, перетянутся, как-то постараются отпушить линию, потому что она тут очень битая, хотя Артур, увидим, не особо спешит убивать Сичкрипа, значит, будет Deny Tower. Ну, абсолютно верное решение. Артур четко знает, что надо сделать. Ну, и Tower сейчас Deniable, так что надо бы задинать Артур. Не, Артур такой фигней не занимается, потому что здесь у нас пайкат. Пайкат. Хо-хо! Ха-ха! Ну и что ты сделаешь? Ну вот ты минус пайкат. Пайкат тоже день не задался. Какая-то абсолютно неграмотная игра сейчас в его исполнении. Что-то он там делает. Ты так долго искал это слово, чтобы правильно сказать и не обидеть. Тупит пайкат, скажем откровенно. Он два раза умирает в этой сложной линии. На этот раз он вообще заходит в лес, где у него нет вижена. То есть, ну, что он там планировал делать, какой вообще был план, я не совсем понимаю. Ну, вот как-то вот так. Аки, проблемы у нас в миде. Врывается на него. Хила, конечно же, здесь Аки не хватит. Это минус Аки. Куро держит в ультимейте, сбивает ему тут же ультимейт fucking меду. Прибегает сюда Никва. Драка пошла довольно интересная, но драка это не в пользу Альянса. Это минус 2. Никва толкает Куроки. Дезвард пошел. Куро у нас выживает. Куро уйдет отсюда. Да, еще и урну на себя повешал. И на развороте еще Никву постарается запинать. Да, Никву запинали, а параллельно снайпер расстрелял у нас в соло Джиггернаута. Ну и в итоге. Не-не-не, тут с СФ убил Джиггернаут. Но, честно говоря, тут уже ситуация такая, что, блин, ну, ГГ, в принципе, может быть написано, потому что то, что сейчас делают Secret, ну, это просто какое-то изнасилование, потому что просто ничего не получается у Альянс, они не могут дофокусить ни одного героя, то есть только Лот там смог как-то запилить через ультимейт S4. Ну, это, да. Кстати, как-то странно, а как у него же был Юл, или у него не было в заместе Юла? Ну, видимо, не было. Я не знаю, я смотрел, как убивали Куру, поэтому uh-huh. я не видел, что там происходило слева, я только увидел, как Артизи добивал людей. У Артизи 4-0-3. У Артизи есть ультимейт торп. Я уверен, что это будет АФ Скади. Для того, чтобы стать ширнее. Для того, чтобы бить больнее. Да и просто, потому что Скади это очень красивый и няшный артефакт. Это аргумент. Это аргумент. Ну, это самый главный аргумент вообще в любом споре. Играешь где-то на аматорке, говоришь, все, ребят, я собираюсь Скади, оно просто красиво. Боже, это хо-хо-ха-ха. Если бы это можно было как-то отключить, я бы это отключил, если честно. Ну, я думаю, все уже в курсе, что на форуме Доты, на dev.dota.com, IceFrog сегодня ночью написал, что новый патч сразу после финала StarLadder выпускает компания Valve. Я не знаю ничего про этот патч, говорю сразу, мне никто не скидывал ни логин, ничего, нет у меня инсайда, но я очень надеюсь, что вот эти вот два товарища, которые сегодня первыми пиками были пикнуты, что их хоть как-то допорежут, снайпера и тролля, конечно же. Но это интересно, насколько глобальным будет этот патч, или это будет вот как раз фикс конкретно двух героев, потому что вот это на моей памяти первый раз, когда вот настолько близко к International, Valve выпускает какой-то патч, который, по идее, должен менять мету. Ну подожди, и... Вань, с другой стороны, у нас апрель, финал International 8 августа, 4 месяца. Это еще очень много времени, это еще целых там 5 лан-финалов до того момента, то есть, ну, там и I-Liga, и DreamHack, и Red Bull, и Summit еще впереди, и ESL, ну, собственно, немерено еще турниров. То есть, как бы, может быть... я уверен, что не будет глобального какого-то перелопачивания доты. Я уверен, что будет что-то вот более-менее такое. И причем я еще боюсь, что они в CM возьмут какую-то виверну добавят, либо Air Spirit'а. Ну, виверна это может быть и не очень страшно, пока и так веду, у пайката опять проблемы, ну, пока тут в очередной раз отъезжает отдохнуть. 0-3-2, тролль. Плохо. Да. Я не знаю насчет виверны, как-то она даже в матчмейкинге не прижилась, хотя с кем я не общаюсь, они говорят, боже, это такая имба, это такая имба. Так, но я что-то вообще не видел никого, кто играет на этом герое, поэтому... А вот Earth Spirit, да, это серьезный саппорт очень будет. Или оффлейн.
Ну да, и причем он действительно неприятный, он такой вот слишком, как по мне, рандомный и слишком какой-то вот... Ну, короче, странный это герой. Странные у него спылы, и я бы не хотел, да, блин, честно, чтобы он был цель. Стоит снайпер в легкой, грубо говоря, ну, за Дайр стоит вот тут вот он в легкой. Mm-hmm. В лесу стоит Air Spirit и просто третьим сплом наводит на снайпера на рейнже 1200. Снайперу вообще пофиг на героев, которые на него будут атаковать. Просто Air Spirit нажимает одну кнопку, и снайпер летит под тауру просто. Ну, как бы, это форстаф на 1200 рейнже, это неадекватная без форстафа. Да, без форстафа. Да. Никва, на ой-ой-ой, Никва, братан, застрял Никва у нас, и такой говорит, не подходите ко мне, а то я могу обидеться, Пупей подходит, Никва смотрит на него, здесь же клакверки, сейчас вот интересная такая позиционка вокруг этого застрявшего на хайграунде спиритбрейкера, ему надо разогнаться, так вот, спиритбрейкер, они вообще знают, что он там? Вижен я включу, да, они знают, они все прекрасно знают. Вот она, Нова в лицо, разогнался он в Пупея, получает Ассасинейт, пытается ультануть в Зая. Ультанул, конечно, в Зая, но погибает. Такой он трэш. Он ультанул просто как иллюзия, прыгнул, и ульта Пупея. Как это было красиво сейчас. Ну, Альянс разрыв. Флот забрал с ульты Пупея, не самый лучший таргет, минус 4, ну тут минус 5, тут, ну... Потянут, конечно, должны еще потянуть Альянс, там одну сторону потерять, возможно, две попробовать. Да ладно, парни, у нас еще получится, но это все не нужно, как мне кажется. Это да, все но... лишнее. Под эту игру мне вот как-то хочется напомнить вчерашний первый матч дня, где Empire просто в салатище разорвали команду Hellraisers. Чем день закончился, вы помните. Так что не стоит делать, скажем так, выводов. Не стоит, но в этой игре шансов действительно мало. Я не говорю, что Альянс, о, все, что-то сдали, но пока все плохо. Ну, Куру поехали, отдали. Просто вот Кура, ну, это полетел нам. Мне ничего не было, она просто в миде себе висела. Ну, так вот, я не знаю, что она там. Ну, бывает. Она не висела, она с базы полетела в мид. Она с базы в мид полетела. Что-то проконтролил. Это очень важно. Да, действительно, немножечко затупили здесь и с курицей. Да все понятно, в этой игре, собственно, 20 тысяч нетворса и 20 тысяч экспириенса преимущество сейчас у Team Secret. Ну и что тут Альянсам может помочь? ДДОС разве что, и да и то вряд ли. Мне кажется, тут никаким ДДОСом уже не спастись. Ну да, 3 на 5, в принципе, Secret уже показывали, что могут играть. Причем так неплохо. Что... В чем там, да, тоже был SF-чик был. Так что можно, можно и без SF-а справиться. А у Густава, кстати, на SF-е 6 тысяч уже почти. Ой, я опять пришел туда тролль. Там но прочекал заранее топорами. Все ли там нормально, понял, что крипов нет, значит все плохо. И убежал обратно. Такой, не, ну на этот раз-то я не поведусь на вашу лоховскую. Я-то знаю, что вы там меня ждете. Не, ну БКБ у него появится, у тролля, в принципе, это сыграло бы немаловажную роль минут 6 назад, ну или при менее насыщенном фиде от команды Альянса. Ладно, ладно, менее насыщенный фид просто звучит очень красиво. Итак, поехали, сейчас ребята из команды Alliance очень не хотят кому-то в лицо приплыть, очень хотят хоть кого-то цепануть, но вот стоит здесь Зай, которого еще попробую убей, полтора костря хп. Лода цепанул крипов в лесу, запекал. Эй, крип, дай зафармлю, ну в миду артизи. Со Скади, с момчиком все-таки решили. Ну, это первый, наверное, снайпер, который после Скади собирает мом. Вот это в историю войдет. Ой, извините, я тут ударил микрофон. Может быть, кого-то колонки сгорели. Бывает. И смоук теперь от Secret. Так, есть Аегис у Лодыш. Задача тяжелее. Ой, какой хукшот в троих! Коги закрывает всю эту движуху. Сейчас у нас Зай Блейдмейл включает. Зай заталкивает себя на хайграунд, ультимейт залетает у нас в Бейна, его тоже сбривает. Кстати, Лич у нас все-таки погиб, его там Лода забрил, Лода Эгги свой не потерял, но тут теряет свою жизнь Пайкат. Хотя нет,
Да, через. Успеет. У Лода какие-то терки с ППМ, он второй уже замес убивает только Лича. Он прям бежит за ним до конца. Говорит, ППМ, ну что за команду ты создал? Ну, ё-моё. Это у них там на Фейсете могут быть разборки постоянно. Вот очень мне нравятся последние дни Лига Фейсет. То есть, вплоть до того, что вот вчера, после тяжеленнейшего дня, казалось бы, 8 часов доты, я приезжаю уже домой, и у меня просто остался загружен клиент Фейсет, а я захожу и смотрю, Дэнди Чальчик играет против Дрета в 2 часа ночи после того, как... Они в 5 утра, я ложился спать, они в 5 утра еще играли там на буткемпе, я посмотрел стрим, ну, как-то... Вот это да, вот не это знаю. Нормально. Так, тут Никву останавливает, собственно, от убийства снайпера, снайпер на развороте заряжает ультимейт, делает фраг, поймали также Бэйна... Хо-хо, минус Бэйн, ну и Аки тут получает урну, из двух скадей ты тут, конечно, никуда не уйдешь. Сейчас Лода разберется. Лода придет, порядок наведется, а Ейксом парень, но у него, правда, ульты 30 секунд нет, поэтому да. Поэтому, скорее всего, бит дадут. То есть это, по-твоему, единственное, что решает? Да, я думаю, это единственное. Но духом, главное, смотри, духом не сломлены, ребята, продолжают бороться, это самое главное. Лода, байтит куру на себя, Лоду, смотри, байтит. Говорит, иди сюда, Лода. Лода, сюда иди, за мной иди. Смотри, смотри, смотри. Он на сайленс хочет развести, чтобы кур отдал сайленс, а он мантой быстро сбил это все дело. Круто. Ну что, забрали Т4 линию, не могут забрать ни топ, ни ботом, потому что стоят все-таки Т2. 30-я минута, 26 на 7, то есть, ну, вы сами все понимаете, тут добавить-то толком и нечего, наверное. Да, очень вкусно для Secret, пока эта игра очень проходит. Вкусно, очень вкусно, прям. Но а вот, для кстати, альянсов как 1, вкусно. Best of 1, я думал, что вот у Secret, ну, возможно, дальше и будет такое, что у Secret могут быть проблемы с Best of 1 очень большие. Потому что вот этот дух Пупея, проигрываем первую, выигрываем следующие две, он остался еще с Na'Vi, по-моему, все прекрасно помнят. И как они против Rangers... Чуть ли не закинули, когда первую проиграли. Мы уже их там хоронили. Да, умеют эти ребят. Ух, тут Бэйн приплывает. Бедный Бэйн. Заканчивается матч. Зачем он там? Что он там делал? Вард и ставил, наверное, я не знаю. Вот Вард он поставил на хэграунд на Рошана, видишь? Там хороший. Да. Когда ты пушишь Т1, этот Вард очень полезен. То есть, наверное, Альянс планирует пушить Т1. Не планируют пушить Рошана, когда он появится, возможно. Но он появится явно позже, чем Варту. А, короче, я не знаю, ну просто, может, Лод сказал, слушай, нам не хватает вижена, организуй. Так подумал, где днем больше всего вижен дается. И вот тут действительно чуть ли не самая большая область, ну, открывается. Да. Вот, кстати, тут еще хороший, вот тут вард хороший еще стоит. Ну типа да, тут сейчас варды, тут варды где угодно сейчас полезные, потому что, ну как бы, вижена нету ночью, вообще ничего не видят альянсы, как бы там, ну вы понимаете, Аганиму, Баланар. Слушай, что там опять делал тролль? Ну тут на самом деле комментировать-то уже нечего, сразу видно, что, ну, альянс уже все, как бы, они доигрывают, они не играют эту игру, они ее доигрывают. Просто как бы ради чести там фанатов, я не знаю, ради чего-то. Вот мы не сдаемся, хотя. Стрезает, спанули снизу. Зай, да. И могут убить, кстати. Могут убить. Блэйдмейл сейчас он должен включать. Зай, зай, метра, зай. И. Форстав, зай выживает. И. Не-не-не-не-не, Клоперк умрет сейчас. Да, он все-таки умер. Я уж подумал, он не умрет, но Десвард все-таки доделал свое дело. Не, Лода, ну ты заметь, чину. Насколько четко сыграл Зай. Он не просто умирал, он развернулся и хукшотом в лицо убивающего его товарища зарядил. Красавчик прям. Сразу видно, что fucking mad дизмораль, потому что он написал ГГ еще до того, как с Аегисом рестнулся Лода. Может быть, Лод бы что-то сделал, но... Вот это да, тут просто дизморалит, ну вы понимаете. Ну что ж за человек-то такой? Да, такой, ой, все, там Лод говорит, я сейчас их развалю. Он такой, ой, все, короче, ничего, короче, да, ничего там, как это. Ну что ж, секреты побеждают Альянс в противостоянии Best of 1, Red Bull. Не, ну, выиграли, молодцы. Я сейчас даже постараюсь статистику показать, она у меня должна быть. Есть у меня статистика?
Да, есть, но она не показывается. Ну, что вы от меня хотите? Ну, не показывается она. А вот, something wrong. 9 фрагов СФОР, 8 фрагов Куро, 7 фрагов Артизи. По смертям, я думаю, лидер Fucking Mad должен быть. Да, нет, они с Аки по 8. Пайкат, 6 смертей. Пайкат, ужаснейшая игра. Если честно, от Пиджея прям очень все жутко. По крипстатам Пиджея 160 крипов, конечно, убил, но... Сами вы все понимаете. 15400 дэмэджа по героям выдает у нас Артизи. Ну и я думаю, тут все в принципе абсолютно ясно. Видим Пайкат 0.5, Артизи 7, 0.14. Хо-хо! Ха-ха! Очень веселая игра у Артизи была. Да, я согласен. Прям феноменальная была игра. Я думаю, всем понравилось. Особенно Артуру. Ребятки, как вы видите, на таймере 11 минут 30 секунд.